куда мы едем. Тухей. Куда? В ковер. С вами все хорошо? С вами все хорошо? Я буду блогером, а она пусть этим. Короче, пусть камеру таскает. Просто и все. Как бы хотелось сказать. Так. Я наигралась. Короче, мы сейчас направляемся в ковер. Там мы не были уже достаточно большое количество времени. Там будет дискотека в честь Хэллоуина. Сегодня 31.10.18, и сегодня у нас Хэллоуин. Мало людей вообще его как-то либо празднуют, но... Ну вот, я познакомилась с таким человеком, который празднует Хэллоуин. Это Надежда. И мы сейчас пойдем в ковер тусить. Но до этого мы сходили в Бургер Кинг после колледжа. Потом мы пойдем к ней домой. И будем смотреть фильмы и кушать. Еще раз. На улице уже немного теплее, а было пипец как холодно. Got me stuck, how you move? Too many times I play the fool. I like the way the light in my jewels. Smoking on release, shit in on release shoes. White devil, watch me give the world the blues. Analyze my ways, watch every move. Never brain and tell us just how you do. They never change, same, doing through. Boy, dead of the night, flaws always hit me up. She said, I'm going, and I don't care where it takes me, takes me. All that I know is, it don't feel like home here, home here. She's heading straight toward a lie, nobody try and stop her. Вы думали то, что... Я всегда думала то, что Хэллоуин в России особо так и не празднуют. Никогда не видела, чтобы комната была украшена. Я захожу к Наде, она меня пригласила, я вам говорила. Я захожу в комнату и... Это прикольно, то, что люди так...
вполне серьезно относятся к этому празднику. Теперь я никогда не праздновал, никогда не видела людей, которые любят Хэллоуин. Вот мы пришли после ковра, мы там 2,5 часа потусили. Пришла, и тут такое прикольно. Так давно у нее тут не было? Ну, я ее так давно не видела, свою маленькую малышку. Выкидеть, малыш, я так тебя давно не видела. Он так подходит к этому празднику. И я тоже, кстати, подхожу, потому что я немного страшная. Хотя я всегда такая была. Ты меня вспомнила? Ты меня вспомнила? Она меня не вспомнила. Она убежала от меня. Крисик, ты меня больше не любишь? Только скажи. Макс тут сидит. Давай, малыш, пошли. Пошли, малыш. Я очень хочу пить. А что я уже выпила? Пошли. Присаживайтесь, малыш. Садитесь. Я сюда присяду. Вот так вот. Это у нас основное блюдо. Это называется нефть, это кровь. А это пицца. Как оригинальное название? Ты сама придумала просак? Ну, нет, я вообще хотела зеленое взять, типа напиток, типа зелье сделать. Ну, типа такое, да, название. Mm-hmm. Но мы не могли найти, и я взяла типа черный. Зеленый тархун могла взять. Вот, мне папа сказал тархуна, я не люблю тархуна. Я не хочу. Начинаем хайпить. Начинаем хайпить. Ты только попробуй, подойди ко мне, только попробуй написать плохой комментарий. Мы идиоты. Только попробуй написать плохой комментарий. Этот пистолет окажется у тебя в заднем проходе, тебе понятно? Ты подписался на канал и поставил лайк? Быстро ставь. Быстро, либо я приду к тебе ночью. Ясно? Тебе ясно? Он что, за ними как-то улыбаешься, так смешно выглядит. Я арабиан. Погоди, я тебя засниму. Ты решил ко мне подойти? Подписывайся на мой канал. Любой дачник может просить бухгалтерские выписки из банков, чтобы убедиться, что его нужно найдет. Когда нам вообще делать нечего? Как что тут? С ума сходить?